Шеф-повар Максим Григорьев. Омлет с крабовыми палочками. Омлет – отличное начало дня. Омлет с крабовым мясом – это не только вкусно, но и полезно. Позавтракав таким омлетом, вы гарантированно не проголодаетесь до обеда. Это блюдо тоже из моего дальневосточного периода жизни. Я тогда училась в университете, особенно много времени уделять готовке не было. Времени потратите на приготовление всего ничего, а удовольствие получите огромное. Время приготовления – 10 минут. Ингредиенты. Крабовое мясо 100 грамм. Лук репчатый 30 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 1 столовая ложка. Молоко 3 столовые ложки. Перец черный молотый 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Укроп свежий 2 веточки. Чеснок 2 зубчика. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для омлета потребуется крабовое мясо, яйца, молоко, лук, масло растительное, немного укропа, лист салата для подачи, лук и чеснок. Шаг 2. Чеснок и лук почистить и мелко покрошить. Шаг 3. Мясо краба разморозить и нарезать. Шаг 4. Яйца и молоко вылить в миску и добавить соль. Шаг 5. Взбить яйца с молоком и солью венчиком. Шаг 6. На порционную сковородку налить немного масла и обжарить лук до прозрачности, добавить перец. Шаг 7. Выложить крабовое мясо и обжарить с луком. Шаг 8. Влить яйца и обжарить омлет с двух сторон до готовности. Шаг 9. На тарелку выложить лист салата. Шаг 10. Выложить омлет и присыпать нарезанным укропом. Подавать горячим. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.